Привет, с вами Тендерли, и я решила снять очень крутое видео для вас и пожертвовать своим аккаунтом, ну точнее не своим, а чем-то. Ну ладно, приступим к теме видео. Сегодня я попробую проверить мод на авакоинсы в Avakin Life, а точнее чит на авакоинсы. Я, конечно же, не верю, что это работает, так как я точно знаю, что нету взломов на авакоинсы в Avakin Life, есть только на всю одежду, которую даже не видно, и на повышение уровня, а также на все скарабеи в Египте и многое другое. Но сегодня мы с вами попробуем проверить именно чит на авакоинсы. Поехали! Чтобы сделать это, нам нужно зайти на сайт и ввести свои данные отхода, почту и пароль. После чего нам нужно сыграть в 3 игры, в каждую по 30 секунд. И зайти на свой аккаунт. Там мы входим, и у нас зачисляются авакоинсы каждую секунду. Сейчас я вам покажу видео, как должно выглядеть. Ну что ж, вы увидели, как это должно выйти, а теперь переходим к сайту, ссылку на него я оставлю в описании. Вот я веду этот сайт, который нам, кстати, и понадобится. Самый первый вот у нас вылазит, мы на него нажимаем, спускаемся вниз, читаем все, якобы читаем, и заходим туда, где нам нужно ввести свою пароль. Свою почту, вот мы вводим почту, а затем нам нужно ввести ту сумму, которую мы хотим зарабатывать в день. Все, далее нажимаем на зеленую кнопочку и ждем, пока у нас пройдет загрузка. Когда загрузка прошла, нам сразу же свечивается экран, что нам нужно выполнить задание. Они уже у нас выполнены, поэтому мы заходим дальше. У нас тут написаны игры, в которые нам нужно поиграть 30 секунд. Мы в них играем, и вот результат. Сколько авакоинс-алмазов было, столько их и осталось. Поэтому, пожалуйста, никогда не ведитесь на это и не пишите свои данные. Также этот сайт может забрать ваш аккаунт. Поэтому, если все-таки так случится, вы захотите проверить этот мод и зайдете, а вашего аккаунта больше нет, его взломали и изменили пароль, то вам срочно нужно будет написать админам Авакина, что ваш аккаунт заблокировал этот сайт. Ну а на этом все, всем пока!